Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас японский коллектив, поэтому название могу прочитать неправильно, Атараши Гако с композицией Омакасе или Омакасе. Опять же, японцы в комментариях можете подсказать, как правильно ставится ударение. И опять же, могу предположить, что есть вероятность, что этот ролик будет недоступен в наших странах. Но если вы его смотрите, значит каким-то образом доступен. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, подписывайтесь и так далее. В общем, погнали. Боже мой, это любовь. Какой прекрасный голос у этой девушки в очках. Я по именам не знаю, поэтому буду говорить просто по признакам, которые показаны в клипе. Плотный такой, насыщенный, похож немного на традиционные японские вот эти вот народные пения. Просто великолепно. То есть он не совсем там какой-то утробно низкий, такие женские голоса бывают, но очень редко. А тут прямо так плотно, красиво, умеренно глубоко. Ох! Вот прямо сюда, там, где было сердце раньше. Ну и визуальный ряд очень стильный, опять же, традиционные все эти декорации. И, конечно же, роллы, уверен, очень вкусные роллы, суши и все остальное. Ваш ведущий уже захлебнулся слюной, на самом деле. Я другой человек, который поменялся в склейке, который вы не заметили. А старый ведущий там где-то уже все умер от того, что не смог все это попробовать. Опять же, про инструментал чуть позже. Что можно сказать? Тут еще был один интересный момент, буквально пару секунд назад, когда малый барабан немножко по питчу и формате так съезжал, условно говоря, чуть-чуть ниже становился, и здесь микс звучит ровно так, как я люблю. Он такой увесистый, серединистый, но тут нету перекосов, какие-то ядовитые, невыносимые высокие частоты. Здесь есть глубина, и здесь есть умеренный бас. И опять же, не могу сказать, какой народный духовой инструмент там играет в припеве, но он тоже очарователен. Вообще, в принципе, народные инструменты, когда интегрируются в современную музыку, это, опять же, здесь и сделано это правильно и аккуратно, всегда подкупает. Уважаемая девушка в очках, я не знаю, как вас зовут, но вы покорили меня. Мое сердце растаяло.
Такой прекрасный голос. Остальные, конечно, тоже хороши, но в этой, по крайней мере, композиции, по-моему, я первый раз с ними сейчас знакомлюсь в рамках вот этого канала, ну, уж извините, она на себя все внимание перетянула. Великолепный голос, инструментал все это подчеркивает, он не перегружен и не обладает какими-то перекосами, опять же, вот какие-то ядовитые высокие частоты или какой-то пердящий гудящий бас. Все прямо эстетично и умеренно. Раз сто надо будет переслушать, очень понравилось. Прямо уважение. Респект. Список бустеров на экране. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзья, YouTube, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит. Продолжает и будет выходить, несмотря на что. Пока живы вы, я, светит солнце и луна. Далее. Бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте. Поддерживайте трехмерность автора во многих местах. Ну и, конечно же, наслаждайтесь контентом, который получите. Далее, другие каналы, которые я тоже веду. Это MP-ревьюские поп-новости. Обязательно тоже подписываемся, ставим лайки, жмем колокольчики, пишем комментарии, потому что познавательно, интересно, адекватно. Далее, MP-entertainment музыка, сделанная тоже в одно лицо, вот в условиях этого гудящего, звенящего помещения. Но это добавляет определенного шарма. И, конечно, Telegram, чтобы не теряться. Как обычно, с вами был Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока.